Я вам покажу несколько преобразований. Что мы будем преобразовывать? Хорошо, если это вас не смущает, мы будем преобразовывать мой портрет. Начнем с чего-нибудь простого. Преобразуем Z в Z пополам. Каждая точка моей фотографии отвечает комплексному числу Z, которое мы делим на 2. В результате получим другую преобразованную точку и тем самым новый портрет. Вы видите, ничего удивительного не произошло. Я лишь уменьшился в 2 раза, так как каждая Z разделилась на 2. Это преобразование называется гомотетией. Перейдем к умножению на i. Это очень легко. Мы знаем, что умножить на i означает просто повернуть на четверть оборота. Заметьте, что при этом модуль не меняется, в то время как аргумент увеличивается на 90 градусов. Вот довольно сложный способ сказать, что мы просто повернули фотографию. Перейдем дальше, к чуть более сложному. Умножение на 1 плюс i. Посмотрите на комплексное число 1 плюс i. Оно отвечает точке с абсциссой 1 и ординатой 1. Его аргумент равен 45 градусов, а его модуль равен квадратному корню из 2 по теореме Пифагора. Тем самым умножить на 1 плюс i означает умножить модуль на корень из 2 и прибавить 45 градусов к аргументу. Ясно, что нужно применить композицию гомотетии и поворота. Эта композиция называется преобразованием подобия. Теперь перейдем к более интересному. Мы будем преобразовывать точки Z в их квадраты, то есть Z умножить на Z. Начнем с того, что разместим фотографию в удобном месте, в углу между осями координат. Затем я ее немного уменьшу, поскольку взятие квадрата будет все сильно растягивать, а мне потребуется немного места, чтобы вам все показать. Вот теперь мы можем постепенно преобразовывать фотографию. Заметьте, что аргумент квадрата z – это удвоенный аргумент числа z. В частности, наше преобразование удваивает прямой угол, левый нижний угол фотографии. Этот угол становится развернутым. Я помещу фотографию в другое место, и мы снова пронаблюдаем действие преобразования возведения в квадрат. Вы опять будете констатировать удвоение аргументов. Посмотрите, например, на мой указательный палец. До применения преобразования его аргумент был равен примерно 45 градусов, а в результате преобразования он попадает на вертикаль, то есть на 90 градусов. Но вы также можете заметить, что при возведении в квадрат модули увеличиваются. Перейдем к новому преобразованию, переводящему z в минус единица на z. Не забывайте, что комплексные числа можно не только складывать и умножать, но еще и делить, только, конечно, не на 0. Не напоминает ли вам эта фотография Сикстинскую капеллу? При взятии обратного большие комплексные числа, то есть числа с большим модулем, становятся маленькими и наоборот. Вот родственное преобразование. Посмотрите на формулу. Значение k немного меняется. Некоторые части растягиваются, другие сжимаются. Но если присмотреться, то мы увидим, что форма сохраняется, даже если длины меняются. Круг остается кругом, даже если он увеличивается. Моя рука выросла, мое лицо стало маленьким, но тем не менее вы меня узнаете.
Рассмотрим еще одно преобразование, еще более сложное. Да, оно действительно не является режимом для похудения. Но заметьте снова, что даже если я увеличился, форма маленьких частей не изменилась. Если вы посмотрите, например, на пуговицу моей рубашки, то вы увидите, что она сохранила форму круга. Эти преобразования называются конформными или голоморфными, от сложных латинских и греческих слов, чтобы сказать, что форма сохраняется. Действительно, с комплексными числами можно делать многое, даже брать экспоненту, если вы знаете, что это такое. Но даже если вы не знаете, то посмотрите, как экспонента со мной обращается. Моя голова исчезла? Нет. Если посмотреть в микроскоп, направив его на начало координат, можно увидеть мою бороду. Теперь, когда вы уже знаете, что такое комплексные числа и познакомились с некоторыми преобразованиями, я вам объясню одну из тех вещей, которые я исследовал вплотную. Вы видите здесь некоторое количество точек. Некоторые из них голубые, внутри диска радиуса 1. Другие – желтые снаружи. Применим преобразование возведения в квадрат много раз подряд и посмотрим на результат. Вы видите, голубые точки остаются внутри диска, а желтые, напротив, удаляются и даже выходят за пределы экрана. Говорят, что голубой диск – это заполненное множество жуля, преобразование возведения в квадрат. Точки, расположенные снаружи множества жуля, уходят на бесконечность при неограниченном повторении преобразования. Но можно поиграть в эту игру и с другими преобразованиями, например, вида z в квадрате плюс c, где c – произвольно выбранное нами комплексное число. Тем самым для каждого числа c мы имеем множество жуля, форма которого меняется при изменении c. Вы видите здесь несколько примеров. Это множество жуля, которое я называю кроликом. Чтобы хорошо понять, как меняются эти формы, я вам покажу две вещи одновременно. Слева, с красной стороны, вы видите точку, которая будет двигаться. Это точка C. Справа вы видите соответствующее множество жуля. Оно деформируется по мере того, как меняется C. Но иногда при некоторых значениях C кажется, что множество жуля исчезает. На экране ничего не видно, как, например, сейчас. На самом деле, множество жуля разорвалось на бесконечно много осколков, таких маленьких, что на экране больше ничего не видно. Бенуа Мандельброд, который популяризировал фрактальные множества, предложил исследовать множество, закрашенное красным цветом. Оно отвечает тем значениям c, при которых множество жуля видно на экране, то есть оно не разрывается на многочисленные осколки. Конечно, красное множество называется множеством Мандельброта. Я потратил много времени на его исследование. В завершение предлагаю вам посмотреть на множество Мандельброта вблизи, с очень близкого расстояния.
увеличивая его внутри, чтобы вы могли увидеть, насколько оно красиво. Поехали. Полюбуйтесь. На этот раз я вам не объясню всего. Представьте себе множество мандельброта черным островом, окруженным тропическим морем, и вы видите морское дно. Сообщу вам, вы сейчас действительно наблюдаете микроскопические детали. Если бы множество мандельброта имело размер футбольного поля, то рассматриваемые нами детали были бы размером с атом, примерно 1 миллионную миллиметра. Быть может, вы спросите меня, почему я всем этим интересуюсь? Прежде всего, потому что это красиво, и понимание этих объектов доставило мне огромное удовольствие. Для меня это достаточная причина, чтобы этому посвятить время. Но также и потому, что в этих преобразованиях, кажущихся настолько простыми, существенным образом проявляется то, что называется хаосом, который так важен в современной науке. Простые вещи порождают богатые структуры. Исследовать сложные явления в их простейшем воплощении, именно в этом зачастую и состоит роль математика.